Свои силы спробуют 15-годовые девчаты. Это амаль первые спробы выступать разом. Так Настя Дубровская и Пикадор познакомились у середины весны. Зараз и выступают, и по чарзе демонстрируют свой норов. За таких относин на дистанции не обходится без помылок. Я с ним еще совсем мало занимаюсь. И очень сложно найти контакт и понимание, когда... Новый конь. Очень сложно переключиться. Подчас областного першинства удельники споборничают у трех разных видах программы. Один из их – кюр. Наибольш подобается глядачам. И он пройдет у пятницу, тому есть махчимость поназирать. Там просто вы должны уложиться в определенное время, под музыку показывать все элементы, которые должны показаться по схеме езды, и за это получаются баллы. То есть проценты. Чем больше процентов, тем ты лучше выступил. Покуль лидеры сезону з'являются фаворитами и на гэтым першинстве, але тренерский штаб экспериментуя. Спадзяецца, до старту республиканского чемпионату з'явятся конкуренты. Гэта означает подрасте майстерство вучняў Магілёўскай школы коннага спорту. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, новини региона.